このモードはヒーローの活躍を追体験できるぞ。このモードはヒーローの活躍を追体験できるぞ。グラントリノにヒントをもらった。Борющийся, потратив все наше время на тренировку с полным покрытием, мы с Гран-Торино переходим ко второму этапу, но что-то зловещее нависает над городом Хосу. Третий день стажировки. После моего боя с Гран-Торино я продолжил практиковаться в полном покрытии. Теперь на втором этапе моего обучения мы отправились в Сибую на охоту за какими-то негодяями. В то же время Тамору Шигараки из Лиги Злодеев и Героя-Убийцы появились в Хосури, где Лида проходила стажировку. Когда мы ехали на скоростном поезде в Токио, произошла катастрофа. Внезапно что-то врезалось в поезд, в результате чего он полностью остановился. Этим что-то оказался Ному, поскольку он ворвался в корпус прямо у нас на глазах. Ному? Сядь и не двигайся, малыш! Что происходит? Что происходит? Мы ведь в Хосу, не так ли? Хосу! Именно там Лида должен был проходить стажировку. Сначала герой-убийца наносит удар здесь, а теперь вокруг бегает Ному. Это слишком безумно, чтобы быть простым совпадением, а значит, эти двое должно быть как-то связаны. Когда я подбежал к месту боя, я обнаружил героя, на которого должен был работать Лида, но самого Лида нигде не было видно. Не говори мне! О нет, возможно, он нашел героя-убийцу. Держись, Лида! Я надеюсь, ты в безопасности. フルカウルの特訓に明け暮れていたグラントリの特服。